Морозы до 13 градусов, снег и осадки ожидают сегодня жители разных регионов Казахстана. Дожди синоптики прогнозируют в Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях. В западных регионах страны, напротив, преимущественно без осадков. В столице ожидается переменная облачность и туман. Температура днем до 2 градусов тепла. На севере низовая метель и гололед. Там порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. Из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской области ограничили движение для всех видов автотранспорта. В частности, на участках трассы Екатеринбург-Алматы, поселок Жумабек, Аксу, Айолы.